Ой, всем доброе утро. Доброе утро. У меня ужин. Ну как ужин? Сколько сейчас времени скажу? Наверное, часов 6. 6-7. 18.30. У меня ужин. Что у меня на ужин? Пожарила только что, поджарила 2 пяточка куриных от пивнушки. Вот. Ну не 2 больше, пожарила это мне. 2 пяточка и омлет с овощами. Тут у меня баклажанчик, помидорчик, лучок, сливочное растительное масло и яйца. А ну-ка, нормально видно? Не, чуть-чуть я подними, чтобы голову было видно. А голову опять не видно? Да, чуть-чуть. Вот так лучше. О, да. Всем приятного аппетита. Будем кушать 2 хлебушка. 2 кусочка хлебушки. Вот я не пойму эту погоду. В общем, днем пасмурно, дожди. К вечеру, вот после 6, в основном всегда солнце. В том году такого не было. Пяточек. Какой прожаренный. Вот эта яичница с овощами, это божественно вкусно. Решила тарелку не пачкать прямо со сковородки. Во-первых, больше влезет. Я еще раз повторюсь для тех зрителей, которые про диеты пишут, про то, что надо на диетах сидеть. Я на диетах не сижу и сидеть не собираюсь. Когда-то я этой дурью маялась. Но с возрастом я поняла, что это дурь. Надо вкусно питаться. Как же это вкусно. Обязательно ставьте на видео лайк. Вот видео, красивое видео прогулок сняли. По лайкам так мало, я смотрю, так мало. Вот именно прогулку, я в шоке. Сами ж просите прогулки и лайки не ставите. Не понимаю. Аппетит у меня изумительный. Люблю покушать. Ну, вряд ли, чтобы кто-то из людей, кто-то из вас старших, кто смотрит, не любил покушать. Все мы люди, и еда – это наше главное, то, что нам необходимо. Кстати, на Кавказе вот это блюдо летом очень часто готовят в Грузии. Вообще, грузины – это нация, которая в еде знает толк. Кухня. Восхитительно вкусно. Люблю так хлебушкой, вот там сок вот этот. М-м-м.
Для новых зрителей, кто заходит на канал, у меня мукбанг не пафосный. Я ем так, как я ем по-домашнему. Кто считает некрасиво, я не принуждаю смотреть. Наигранно я не буду. Садиться, вилочка, ложечка, ножичек. Кого не видно? Видно. А что блюде не видно? Я показала уже. А знаете, вот со сковородки намного вкуснее есть. Не знаю почему. Никогда не поверю, что кто-то из вас из сковородки не ел. Все равно хоть раз в жизни, но едем. Это повода. Ну, к вечеру распогодилось. Ну, куда ты телефон подвинул? Баклажан. Яйца. Помидоры, лук. Ну, это удобно. Люблю лука много. Это свежее? Угу. Это сегодня? Угу. Какая хорошая какая. Что ты какая хорошая. Расскажи, я вам купляла, почем какая и воняла в ней стала. Расскажи. Ну, я на прошлом мукбанге рассказывала. Да. Это шницель. А это не одна матка? А? Это не отбивна была, шницель? Ну это шницель, отбивнушка, она похожа. Она уже готова, да? Отбивнушка с этого, с куриного мяса. Вот что хочу еще сказать, и выпечка, и еда, любая еда, приготовлена на газовой плите, в разы вкуснее, чем на электрической. Я вот на данный момент на электроплите готовлю, но вот помню, какой вкус именно в Украине был, и когда вообще на газе готовила, и какой вкус сейчас отличается в разы. Картошка какая вкусная в мундире на газе. Ну, все вкусное. И выпечка, как спечешь в газовой духовке, в электро и близко такого вкуса не будет. Украина, кстати, если кто-то не знает, если есть такие темные люди, Украина газовая страна. В Украине газ добывается в трех областях. Каких? Харьковская, Полтавская и на западной части. Ну так у Харькова может газ быть дешевле тебе? Ну он дешевле там. Как добывают и даже в Полтаве, да? А ты думаешь, что у нас тут батареи горячие летом? Ну, конечно. Европа бы давно замерзла, если бы не Украина. Ну, это правда. Уедешь туда, да, ну, ну, еду я много интересного вам расскажу. То, что пока в кадр не попало. А ты записывай видео и подготавливай. У меня есть. И... У меня есть все. Как же вкусно. Пиши это.
Поставь на стол. Вот это баклажаны добавляю, реально так вкусно. Вообще баклажаны на Кавказе, их так много едят, там вообще любят их. Я тоже люблю очень баклажаны. А там они дешевше. Ну да. Кабачки люблю. Цукини. Цукини тоже люблю. Они, конечно, не настолько вкусные, как кабачки, как баклажаны. Но все равно люблю. Это, во-первых, витамины. Как хорошо такую вкусную еду есть. Восхитительно. Не знаю, кто из вас готовит так вкусно. Если кто-то с Кавказа смотрит, то это явно они готовят. Чтобы вкусно готовить, надо уметь. Как-то написали комментарий, откуда я могу знать, как в Грузии, если я только в детстве была. Я только в детстве не была, я в осознанном возрасте, взрослая была в наши годы. И в 2016, 17, 18 году. До коронавируса я регулярно ездила. Ты как распогодилась? Угу. Это под вечер всегда. А днем что творилось? Ужас. Да, что за погода в Берлине? В том году такого не было. Как же это вкусно. Ну это натуральное, хорошее. Угу. Там что, баклажан? Фигура? Лук, баклажан и помидор. Ну, это хорошо. И яйца. Ну, это хорошо для желудка. Угу. И тем более на ночь уже. А вот это нежелательно. Почему? А пивнушка тоже хорошо. Ну, это утром. Mm-hmm. Ну, это уже вам решать. Ладно, на утро оставлю. Это уже вам решать, что вам кушать. Я, если голодная, я не могу спать. Вот так, то с 7, то с 6 надо плотно пообедать. Чтоб вечером ложиться спать, организм был сытенький. Сытенький и довольненький. Я еще и кофе сейчас выпью. У-у-у. Кофе с мороженым и с сигареткой. Можете посмотреть, все поела. Одна пивнушка осталась. На утро. Восхитительно. У меня еще, я чувствую, влезет что-нибудь сладенькое, кофе, ну, что-нибудь сладенькое, мороженка. И кофе. Всем прекрасного утра. Всем восхитительного утра. До скорой встречи.